Костик на даче, год второй, день второй. Вот, побелили нам на днях тут бензопилой ветки знакомые. Вот пришел сейчас посмотреть. В принципе, тут надо будет просто сложить в кучу, вокруг обойти, тяпочкой пройтись. Но это уже во вторую очередь. Сегодня я собираюсь посадить два крыжовника, еще дали мне. Вот надо, он там вот будет освободить место. Пройдусь сейчас тяпочкой, граблями, еще тяпкой. Вот. Мама опять мясом будет заниматься. Ну а потом, может быть, потаскаю ветки еще. Вот, сейчас посмотрим, что у нас там как растет. Во, и плодовые ветки вот тоже попилили. Надо их будет куда-нибудь в сторону сложить. Такие вот для костра лучше всего пойдут. Ну а так, сейчас скоро вот эти сливы пилить. И за домом два дерева старых, толстых. Крыжовник вот уже показывал. А здесь вроде как все-таки ежевика растет. Сейчас вот какие-то появились вот штучки. Чуть попозже тогда увидим. Вот. А этот крыжовник пока как-то слабовато. Надо его полить еще. Вот. Ну, следующий крыжовник, я думаю, где-нибудь вот здесь, наверное, буду сажать. Вот. Или вот в этой области. Как-то хотел, чтобы тут ряд ежевики также был. Тут вот скрещенная. Можно, конечно, дальше еще там попробовать. Ну, сейчас что-нибудь придумаю. Итак, прошелся вот разок тяпочкой. Слегка дождик застал. Так, немного моросил. Вот, еще чуть-чуть осталось. Сейчас перекушу, продолжу. Ну, а потом граблями и еще раз тяпочкой. И еще раз граблями. Пока вон пойдем. Сейчас сосиски есть уже. Пожарились, картошку. Ну, а чуть попозже мясо. Вот как раз тут все доделаю. Ну, покажу, что получится в итоге. Итак, вот прошелся разок граблями. Шашлычок тут уже готов, да? Почти. Вот. Теперь пойду пройдусь тяпочкой. Вот. А вот и шашлычок. Сейчас будем есть. Подготовил ямки для крыжовника. Сейчас надо еще прутики найти. Вот. А то вдруг дождь сильнее пойдет. Ну и так вот планирую все-таки еще пройти с тяпочкой. Так начал, но шашлык уже приготовился. Вот. Итак, зона для высадки кустарников выглядит уже более-менее. Вот так вот тут. Тут вот еще какая-то малина. Вот. Вот. Оставил пока. Посмотрим, что будет. Вот. И здесь вот посадил еще сейчас крыжовник. Вот. Хотели его сначала разделить. Один тут посадить, другой вот левее. Но там такой корень был. Решили в итоге все вместе в одну ямку посадить. Вот, прутик вставил. Ну, второй тоже пока вон рядом поставил. Тут у нас клен. Дальше у нас, скорее всего, деревья будут по этой стороне. А вот здесь вот как раз можно еще посадить кустарников будет. Вот это посмотрим. Что там, малина, не малина. Может, уберем потом. Или пересадим, ну, чтобы ровненько вот так они все шли.
Вот. Вода оставалась. Вот тут залил. Вот. Как-то он не очень. Вот этот вот листок вырастет. Так. Здесь пока не стал ничего делать. Вишня пока пускай побудет. Вот. Здесь, когда ветки перетаскаю, сейчас пока неохота. Вот, надо эти ветки понемногу. Вот. Ну, пока вот хотя бы так. В следующий раз тогда продолжим. Ну что ж, на этом тогда пока что на сегодня все.